Брифингу мэра Алматы Ахмеджана Есимова в Казмедиа-центре предшествовала выставка о том, каким будет Алматы в обозримом и властями будущем. Сам Ахмеджан Смагулович тем временем бойко рассказывал, кому и где в Казахстане жить богато. Валовый региональный продукт Алматы сегодня за прошлый год составил 5,6 триллионов тенге, или на душу населения 25 тысяч долларов. Это уровень таких центральноевропейских стран, как Чехия, Польша, Венгрия, значительно больше, чем, скажем, Болгария, Румыния. Это уровень Южной Кореи. В общем, больше всех тут, кажется, не повезло румынам и болгарам. Ахмеджан Есимов уменьшил бюрократию и улучшил бизнес-климат. Даже неожиданный вопрос о его собственных доходах не застал врасплох непотопляемого родственника президента Казахстана. Когда я готовился там наверху, мне сказали, что такой вопрос может быть. Я уточнил, абсолютно точно говорю, 645 тысяч моя зарплата. 130 тысяч удерживается, 515 я получаю. Зарплата я удовлетворен. По поводу собственности. Собственность у меня здесь, в Астане, есть дом на гольфе, небольшой домик. Вы знаете, я гольфист. И у супруги дом в Алмате. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Айгуль Жамалова, 7 канал. Живу сейчас у жены. Городничим крупнейшего города страны Ахмеджан Есимов отработал уже целую пятилетку. При нем наконец-то запустили КУЦИ, но новое метро, провели Азиаду и даже одну велогонку. Правда, прошлый сезон показал, что вовремя подключить отопление или же просто обеспечить уборку снега аким порой не в состоянии. Зато на последнем показательном разносе в резиденции племяннику бессменного президента страны от дяди досталось меньше всего. Или же всего ничего.